Это очень интересная пьеса. Вообще она написана для оркестра. И каждая партия этого произведения может исполняться отдельно. Вот так захотел композитор. Вот почему я взяла эту пьесу. Здесь игра без трости есть. Да? То есть гобоисты достаточно часто в современной музыке играют без трости. Мало того, играют только на трости. Потом он просит, вот сегодня не знаю, получится у меня или нет, он просит это делать, еще театральный эффект сюда добавлять. То есть не просто у меня пауза, а я должна как-то в пространстве как-то взаимодействовать с публикой. И вот сегодня будем смотреть, что там у меня получится. Есть aerotones, это когда мы играем воздух. Просто тоже очень часто встречается этот прием, когда нужно дуть в инструмент. И с тростью, и без. Потом есть такой прием у нас, тамрем, это когда мы затыкаем языком отверстие гобоя. Это здорово на флейте звучит, но на гобое это тоже возможно. Всевозможные слэпы, вистлтон, очень сложный прием для исполнения. Здесь надо найти положение губ, чтобы получился свист. Он очень тихий, когда композитор не знает и пишет его в нюансе меццо-форте, не работает никогда. То есть приходится объяснять, что это прием. Желательно подзвучку какую-то ставить гобой, чтобы это прям было, чтобы это было в зале, прозвучивалось. Ha ha ha.